Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Марина Петрова и наш проект совместной посадки листьев фиалок. Мы с вами встречались 21 сентября и посадили несколько листочков. Сейчас я хочу показать, что с ними произошло. 4 листочка я поставила вот в такую теплицу, у меня стационарные контейнеры. Так, ну немножечко они вот покрылись капельками влаги. Так, ну хочу сказать, что все листики уже дали корни за это время. Ну, в общем-то, прошел почти месяц. Листики все абсолютно здоровые, зеленые. Вот этот листочек, я напоминаю вам, мы разделили на две части. Здесь вот верхушечка посажена, все в порядке с ним. И вот нижняя часть. Везде можно увидеть корешки, но их еще не так много, поэтому я не буду торопиться что-либо делать с этими листиками. Тем более, что они у меня пережили стресс. К сожалению, вот 2 недели из-за переезда они находились без света. Сейчас, конечно, я уже их поставлю в светлое место, поэтому, возможно, из-за этого они немного затормозили в росте, хотя все листья вот уже с корешками. Поливать не нужно, вы видите, что там влажный достаточно грунт. Ну, конечно, вермикулит вот держит эту влагу. То есть вот за все это время я ничего абсолютно с листиками не делала. Вот как они росли у меня, так и растут дальше. Меня они не беспокоят, я вижу, что листики здоровые, корешки появились. Через некоторое время, думаю, что в следующий раз мы с вами будем уже их пересаживать из стаканчиков. Пока я оставляю их в теплице. Вот стоял контейнер, не открывала, не проветривала все это время. Никакой влаги не скопилось, здесь у меня все в порядке. Так, еще один листочек мы с вами поставили вот в такую искусственно созданную тепличку в зип-пакетике. Ну, вы видите, что такие вот мельчайшие капельки влаги кое-где скопились, но, в принципе, никакого вреда листочку они не приносят. Я не буду его сейчас доставать. Посмотрите, тоже вот здесь вот видны, не знаю, как на камере там передается, видны корешочки. Это у нас сорт «Золотой лев». Смотрите, вот такой вот здоровенький, хорошенький листочек. Так, пока я ничего с ними делать больше не буду, поливать не нужно. Просто поставим светлое место и будем ждать дальнейших уже результатов. В следующий раз, я думаю, что мы будем их с вами пересаживать. Если у вас появились какие-то вопросы, обязательно пишите их. Работаем в режиме онлайн, как всегда. Ну и до новых встреч. Наблюдаем за нашими черенками дальше. С вами была Марина Петрова.